Всем доброго времени суток, здравствуйте. Мы сегодня с Масимой в воскресенье вдвоем едем гулять в центр Рима и встречаемся с Рашидой Леонардо. Вот мы подъехали к университету экономическому. Здесь учился Масима. Он мне показывает по дороге его университет, куда он заходил по лестнице, а следующей будет остановка, где он кушал. Вот тут их была столовая. Дальше идут университеты медицинские, то есть это вся улица, скажем так, университетов. Мы приехали в Рим, гуляем. Сегодня воскресенье, мы с Масимой вдвоем. Кампо де Фиоре. Это называется площадь. Здесь продают цветы. Такой небольшой рыночек. Интересно нам просто погулять. Сегодня мы встречаемся в центре Рима в ресторане с Рашидой Леонардо. А так как мы приехали рано, потому что забирали посылку на Рибиби, поэтому мы здесь гуляем пока. Trovi al caffè? Sì, vuoi caffè anche fiori, guardare quanto costa, vuoi comprare? Oh. Sì. Очень красиво, гвоздики. Ой, какие красивые. Scusa, quanto costa questo? 4 euro. A questi? 4. 8. 4, 8. Adesso abbiamo i piccoli. Ага. Ой, посмотрите, какая красота. Dove andiamo? Là, Veronica, sai, Veronica in bar. Угу. Да, Джорди. О, здесь и меркато сразу, все, что хотите. Очень красиво здесь, такое колоритное место. Советую приехать погулять. В воскресенье, правда, только работает. Тут куча кафешек, видите, по краям. А в середине продают все, что хотите. Все продают. Специи, всякие нарезки. Ой, смотрите, прям там. Quella piccola come sua, però quella che suona bene è sua, no? E quell'altra qui per fare il buco, questa. Quando faceva il buco come una volta, adesso non fa più. Questa è bellissima, se fichi dentro. Quando fichi via la carota molto piccola come tua. Se ce l'ha così piccola, più piccola. Удачки. Подвешен язык. Ma proprio zero. E che devo fare? Ma sei nato o diventato così? Ci sono diventato. Non è colpa tua allora. Se fanno le carote, wow, padona, guarda che bello. Ti metto il forno col pesce, se ce l'hai, ancora il pesce, tanto non ti servi, ti metto il forno con la patata. E ne prendo a fare il zucco, perché uno fa il buco e l'altro fa il qui le fa il tasello piccolo. È piccolo. Видите, сколько людей. Он просто смешно рассказывает, издевается над этим. Quando ti serve il succo, apri solo il tappo. Le prendi e scegli il succo. Dai, bevi, così non cagli più, dai a me. Se vuoi fare il pesce, fammi pesce la mona qua. Se vuoi mangiare il gatto al forno, no, il gatto, il cane, metti il cane al forno. Dopo si incianni. Se vuoi fare rybu, fai rybu. Se vuoi fare собаку, тоже поливай лимоном. Una fa il sugo e l'altra non so che cazzo fa, però sta dentro. Вот так вот набор, он рассказывает, сколько стоит, квинди, евро, нет. А, даже еще дарит две морковки, если хочешь. Много туристов, кстати, французов, англичан, ну, слышно по речи. Классно, ресторанчики. Внутри площади очень классно. No, no, grazie.
такой все продается в супермаркете. Бонжорно. Такой мы покупаем. Это всякие кремали, кремы, оливка, всякая ерунда. Ну, grazie. Бонжорно. Бонжорно. Итальяне, Джонис? Sì, sì. Очень много туристов, видите? Они спрашивают, вы откуда? А Масима, ну, всем парням с розовой жвачкой. Я издеваюсь. Говорю, мы румыни. А Масима, нет, не румыни, романи. Румыни и романи. Фьори Солокуа. Пенсаре Фьори тутти парти, а Фьори Солокуа. Масима говорит, давай обойдем весь рынок. Я говорю, ну да, я буду обходить весь рынок, и ты будешь стоять вот возле того мужика смешного и слушать, какую ересь он несет. Он говорит, ну да. На самом деле, я думала, этот рынок больше, знаете, как цветочный. Но нет. Граждане Марокко оккупировали все рынки секонд-хенд. И вот продукты, так что, не знаю, антиквариата, я рынок, рынка антиквариата я здесь не вижу. Stanno le bancarelle, guarda come fanno da mangiare, guarda, guarda come fanno la pasta, guarda. Ah-ha. Тут же сразу женщины делают пасту, паста in casa. Ma c'è sempre cosa? Devo comprare sigarette due. Знаете, Масима говорит, здесь квартиры вот на этой площади стоят приблизительно в районе миллиона евро. Даже если она маленькая, 50-60 квадратных метров, это центр Рима здесь, когда нет вот этих меркатов, площадь, много молодежи, это центр-центр. Так что такие вот цены. Смотрите, ну вот таким образом в Риме выглядят туристы обычно, европейцы. Сейчас я вам попробую найти итальянку или итальянца. Ну вот что-то типа вот это вот итальянец. Их сразу видно, очень отличаются. Там на площади. За Пьяцца Форнезе. Форнезе? Пьяцца Форнезе. И ста бандера да Франция. Это ста бандера Украины, а Франция. Ага. Vabbè, questa sì, perché il Ministero degli Esteri. No, come loro? Pippo o come? Pippo. No, come nome questo attore? Alberto Sordi. Ah, Alberto Sordi. Ma guarda, quello sta a mangiare. Questo, cosa mangiare? Pasta, sì. Sì, è Alberto Sordi. Sì, vero. Maccarone, tu mi hai drogato, io ti distruggo. Lui era un americano, era tutto mozzarella. Maionese, questo è tutto Murano. Sì, a me piace questa... Gelsomino.
Sì, finto. Finto, finto. Lingospermum. Lingospermum. Spernum? Spermum. Пьяца Навона. Мы подходим к Пьяце Навона. Questo tipo di ristorante sta al centro. Да. Forse lui famoso e vecchio. Мама говорит, в Италии собак больше, чем людей, жителей. Посмотрите. Я говорю, французы, а Масима говорит, нет, судамериканы. Анелло, quasi come stuvo. Cosa? Анелло, quasi come stuvo. Анелло? Quasi come stuvo. Quasi, no, ага. Покажу вам девушку в юбке, интересно, у нее спереди она совершенно другая, не успела. Сюли тедески. Пастори тедески? Экко и тедески. Кто в чем? Кто в курточке? Гара ста фонтана. Буката. А, си. Дырка в фонтане, елки. Ну и козафары. Что будем делать? Сегодня очень хорошая погода. Солнышко, но немножко ветерок и не жарко. Классно. Очень хорошо для прогулки. И туристов очень много. Красиво, мне пьячи Коста Белла. Си-си. Видите, классно. Вот это вообще супер. Он двигается, когда кидаешь монетку. Глаза дергаются у него, я вижу. Да, перки оки. Вот он поменялся. И не хочет. А, попить воды. Браво. Вера 50 евро, но браво. Поч ⁇ та фан 2. Надо показать эту пару интересную. Кстати, говорят, надо. Я вижу с другой стороны. Рашида машет, но в другую сторону. А на два синистра. А на пековые. Вон они идут. Рашида и Леонардо. Оу! Allora, Leonardo, ho fatto. Guarda che noi mo giriamo così e loro pure, eh! Noi giriamo. Non me lo ricordo. Si è pensato alla droga. Ma dico io, ma come cazzo? Cos'è? Mm.
fare la foto? Sto dicendo. So, you know, in my opinion, Anna suggested because it's pretty nice. Qua, potevo passare qua. Basta il gas, Starbucks. C'era una villa incredibile che piatta un caffè americano. Ma anche costo questo caffè americano troppo? 12 euro, sì o quando? Che cazzo è così? Aperitivo 7 euro. Aperitivo 7 euro. Перед обедом мы решили выпить просека. Sì. Dove tu qua? Là? Se sarei sede più scomodo. Io. Ci segna il caffè? No, che fa? Poi mandare. Io un dolore da due giorni a nervosciare. No. Come appoggio? Ma siamo alla gestione di una mamma. Sento un dolore grosso. Che con le braccia tipo... L'ha letto la sera alle 9. Tutti insieme. Cin. Questo è video. Рядом продают пиццу Тая. Видите, люди стоят, едят прямо на улице. А Массимо пьют просекко. Смотрите, вы приехали сюда, как нам сказали, угуале. И уже нет одного свободного столика. Они говорят, ждите, в порядке живой очереди, никаких планирований, господи, бронирований столов. Вот так вот. Мы приходили два раза, и нам сказали, нет, придете полвторого, и что-то будет свободно. Но ничего свободного нет, придется ждать еще 20 минут, как минимум. Sì. Божечки, посмотрите, как тут яблоко не где упасть. Нет. Дурдом, солнышко. Цен здесь нет. Цены как-то... Единственное, есть вино, вот. Вот этот хлебушек с черной штучкой мы делим пополам. Дай, Тая. Вино. Бутылки. Женщины кружат бутылкой вина по всему ресторану. Одна в кепке, другая белая. Не знаю, может, они здесь работают, но у них в руках такая бутылка вина, только красного. И они обходят все время весь зал. Я уже свое съела, они едят еще. Кто-то уже пьет аперитив. Видите, как тут ходят? Бачком. La salsa da carciofi. Faccio prima la biscotta. Так сидят здесь, видите? Туристы. Что-то, видимо, потеряли, ищут. Ну что, на этом наш обед закончился. Мы возвращаемся домой. Конечно, трудно назвать было это рестораном. Это что-то типа столовой в центре Рима, недорогой, достаточно посещаемой и очень популярной. Кстати, за бокальчиком просека мы вчетвером решили, что нам срочно нужно поехать в Амстердам ближе к Рождеству.